Всем привет! Сегодня у нас 15 июля, понедельник. Сходила в магазин за продуктами, в супермаркет, да. Сейчас будем делать обзор. Так, купила два мороженого ленинградское со смородиной. Так, это надо сразу морозилку убрать. Потом кофейку попью чуть позже. Так, дальше. Две пачки творога 9% заливные луга. Нет, я сейчас все беру в одном экземпляре. Просто так получилось, что творога я обычно два беру. Десяток яиц беленьких. Ой, извиняюсь, чихнула. Хлеб даниловский, бездрожжевой. Вот хлеба взяла два, потому что там по половинке. Но второй тоже даниловский, но тот как бы черный, а этот как бы серый. На пшеничной закваске. Ой, ну что ж такое, расчихалась. Мне сейчас болеть никак нельзя. Огурцы купила. Агроюг, прод какой-то. Короткоплодные какие-то. Короче, я купила на работу конфет. Черный трюфель. А потом я купила мишки в лесу конфеты. Потом я купила халву глазированную. Так, это кофе на работу брать. Три в одном МакКофе. Так, это был первый пакет. Достаем второй пакет. Так, купила масло подсолнечное, нерафинированное, праздник урожая. Ну, хорошее, ароматное. Так, вот еще конфеты, суфле со вкусом топленого молока. Еще вот такие конфеты, тоже суфле, желе со вкусом малины. Ну, я торт на работу покупать не буду, потому что у нас там нет холодильника, поэтому я набрала конфет. Так, молоко одна штука, домик в деревне. Сахар у нас закончился. Один купила. Так, дальше. Опять купила средство для мытья посуды. Грейпфрут. Сейчас мне опять понапишут, что я его лью литрами. Да, закончилось, что делать. Вот такой Биолан покупала на днях. Чистящее средство. Так, что я еще купила? Купила желтые помидоры, мне захотелось, увидела. И килограмм черешни. Черешня 300 рублей килограмм. Это был второй пакет. Вот. Помидоры, огурцы, черешня, масло, молоко, творог, яйца, конфеты на работу. Вот на работу, конечно, можно было и черешню взять, но я же говорю, у нас там особо никогда и негде отмечать день рождения. Поэтому мы просто приносим конфеты, раздаем и все. Как в детском саду. У нас там нет холодильника даже торт поставить. Не знаю, может быть, я еще какой-нибудь пирог куплю по дороге. Чайку попить на раз. Ну, навряд ли. Скорее всего, ограничусь конфетами. Так, теперь надо посмотреть цены. Вот я без очков-то могу здесь ничего не увидеть. Так. Наверное, придется за очками идти. Так что я боюсь, что я ничего тут не увижу. Так, надо одни очки держать где-то в кухне. Ой, вот эту коробочку возьму. Старые очечки. Ой. Еще коробочка от каких-то крутых очков. Пьер Легран коробка. Очки простые. Все, сейчас мне понапишут опять, скажет, насморк у нее.
Так, ну что, в очках лучше видно? Вроде лучше. Средство для мытья посуды 30 рублей. Яйцо фасованное 60 рублей. Сахар 40 рублей. Ну там без 10 копеек я округляю. Масло нерафинированное 75 рублей. Помидоры желтые 665 грамм 106 рублей. Молоко 66. Творог. Одна пачка или две. Творог 54 рубля. Наверное, одна пачка. Огурцы 450 грамм. 47 рублей. Халва. Вот эти конфеты. 198 рублей. А что так дорого? Так, кофе, вот это МакКофе 90 рублей, суфле молочное 60 рублей, вторые конфеты тоже 60, хлеб 43, конфеты Трюфель 89, мишки в лесу 140, ну это даже как цена торта получится у меня с этими конфетами. Рублей на 500, короче, конфет набрала, как большой торт. Ну, я же говорю, у нас там торт негде хранить на работе. Ну, и пить некогда, и негде, некогда. Так, ну все, хлеб Даниловский 40. Ну, вот эти пакетики по 5 рублей, в которых вот носишь. Сейчас бесплатно не дают пакетики. Средства для мытья посуды 30 рублей. Это я уже читала. Вот все, что я купила. Чек, наверное, оставлю. Вот такие вот дела. Сегодня в Москве 23 градуса, почти 24. Ну, хотя ходят тучки, небо пасмурное такое. С утра было 17 градусов. Я уже обрадовалась, что не жарко. Я жару не люблю. Ну вот, поди ж ты, 24 градуса потеплело. Да, кстати, я забыла сказать, что я зашла постриглась. Вот, зашла постриглась. Теперь мне нужно... Я еще на завтра записалась брови покрасить. На покраску бровей и на маникюр, на шеллак на завтра. Где-то на 4 часа. Вот. А сегодня я только постриглась. За стрижку каре отдала 800 рублей. Сколько будет стоить брови и шеллака? Ну, не знаю. 1000-2 мне хватит. Шеллака дороже обычного маникюра в 2 раза, наверное. И брови рублей 600. Ну, 1000-2, наверное, отдам завтра. Ну, что ж делать? Красота требует жертв. У меня юбилей послезавтра, через день. Поэтому привожу себя в божеский вид. Вот. Да. То есть постричься. Я пошла, думала, если я на стрижку не попаду сразу, то запишусь на вечер или на завтра. В общем, постриглась. Сейчас я выйду в прямую трансляцию, и вы увидите стрижку, прическу. Вот, все увидите. Вот. Какие у меня еще планы на сегодня? Мне сегодня надо убраться в квартире. Наверное, постельное белье поменять, постирать к юбилею, к празднику. Вот. Сегодня я займусь, сейчас проведу трансляцию, потом займусь уборкой. Постель, стирку новую постелю. Она еще не глаженная, кстати, валяется. Второй комплект. Мне его надо погладить, потом стелить, убраться в квартире. Завтра я еще сделаю маникюр, брови покрашу. Завтра у меня тоже выходной, кстати. Повезло, так совпало, 3 выходных подряд. Ну, вроде бы, я не знаю, я еще уточню, график посмотрю. Так, сегодня выходной, да, сегодня понедельник. Вот, что еще? Ну, в общем, сегодня буду уборкой заниматься, завтра буду доделывать то, что не успею. В общем, посмотрю, может быть, мы завтра с утра куда-нибудь сходим. Может быть, в кино, но навряд ли. В общем, 17-го у меня юбилей. Но
Ну, там уже будут более такие приятные моменты. Может быть, сходим с утра куда-то там по магазинам за подарком. Я вот не знаю, что захотеть, какой подарок себе выбрать на день рождения. Что захотеть. А, завтра мы, наверное, поедем в Ашан за мясом для шашлыка. Наверное, все-таки сходим в лес на шашлык 17-го. А завтра мы поедем в Ашан, купим мясо, тортик. Ну, что там еще для шашлыка? Может быть, там фрукты какие-то. Вино у нас есть крымское. Наверное, я все-таки не хочу идти ни в кафе, ни в ресторан. Потратишь деньги, что тебе дадут, принесут, неизвестно. А тут, когда сама покупаешь продукты, это мясо тоже на шашлык, ты знаешь, что ты покупаешь. Короче, наверное, 17-е, как будем отмечать день рождения. Ну, наверное, вот пойдем, вот у нас под окном лес, и там оборудованные места, домики для шашлыков. Вот, наверное, выйдем в лес с утра. Ну, может быть, сначала... Ну, не знаю, в общем. Ну, цветы хочется, букет цветов какой-нибудь купим 17-го. Сходим в лес на шашлык, отметим. Хочется еще, вот я не знаю, какой подарок, что себе выбрать. Наверное, я куплю себе туалетную воду Нина Ричи, красную, красное яблоко Нина Ричи. Потому что в прошлый раз я взяла зеленое яблоко Нина Ричи. Синее у меня было, а теперь хочу красное. В прошлый раз я не могла выбрать, какое взять, зеленое яблоко или красное. Хочу красную теперь. Вот. Мы думали, может быть, дня на три куда-то выехать, съездить в какой-нибудь город, прогуляться, посмотреть. Там, может быть, с ночевкой с двумя дня, на 2-3 дня. Ну, какой-нибудь город, ну, в любой. Тут же много красивых городов в Подмосковье. Тот же Ярославль можно, куда угодно. Много городов красивых. Где-то остановиться просто, погулять там, посмотреть. Но я решила так, день рождения отдельно, поездка отдельно. То есть поездка на 3 дня, это будет как продолжение приложения к подарку. То есть подарки подарками, шашлык, цветы, тортик, цветочки там. Духи. А на 3 дня это как-то, ну, тоже как, в общем, в какой-нибудь город. В другие какие-то дни выберем какой-нибудь город. Может быть, в Коломну съездим. Может быть, в Рязань там недалеко проедем, в Рязань. Посмотрим. В общем, городов много красивых недалеко от Москвы. Нигде не были, ничего не видели. Тут золотое, по Золотому кольцу можно ездить 10 лет. Города смотреть разные. В общем, все. Всем пока-пока. Я сейчас убираю продукты и выхожу в прямую трансляцию в эфир. Всем пока.